Всем огромный привет! Сегодня снимаю видео о своих пустых баночках за месяц февраль. Баночек у меня накопилось приличное количество. Покажу вот так вот. Вот такой вот пакет компании Faberlic. Ну и буду вытаскивать из него все по порядку, вернее, все в хаотичном порядке. И первое, что мне попадается, это вот такой вот гель Сарма. Это антиржавчина. Значит, что это такое? Вообще, это средство чистящее для сантехники Сарма антиржавчина. Я уже не первый раз приобретаю этот продукт. Он удаляет налет, действительно, убивает микробы, наверное, не знаю. Очищает за 5 минут, да, возвращает блеск, придает свежесть, да, эффективность доказана. Ну, 7 в одном. Действительно, продукт очень-очень хороший, качественный. Я его рекомендую, очень хорошо удаляет и налет, какой-то известковый, все-все-все отлично удаляет. Рекомендую, сама беру уже не первый раз. Закончилось средство от Золушки, чистые окна, средство для мытья стекла с зеленым яблоком. Здесь было 500 мл, хороший продукт, нормальный пульверизатор. Кстати, оставлю, наверное, баночку эту, промою и буду дальше что-нибудь пользоваться для очищения воздуха, возможно. Нормальный продукт, но чтобы гоняться, именно покупать его, я, конечно, не буду, но бюджетный, хороший. Так. Вот такое средство закончилось. Это от компании Faberlic. Средство для мытья посуды с малинкой. Хороший продукт, я его не развожу. Так, это средство концентрированное, имело приятный-приятный аромат. Я его переливала в баночку специальную для жидкого, вернее, не для жидкого, а для, в общем, для средства для мытья посуды приобретала специально. Не Faberlic. В общем, очень хорошее средство, можно покупать, но такого, чтобы вау-эффекта, я тоже особо не заметила. Нормальный продукт, в принципе, можно приобретать. Вот такой вот закончился биокислородный гиперпятновыводитель BOSS. Биооксид написано. Здесь было 200 грамм от компании Aist. Неплохой, кстати, пятновыводитель, хорошо отстирывал, белые вещи отстирывал, прекрасно возвращал им белизну. Мне так показалось, в общем-то, я могу рекомендовать этот продукт, он мне понравился. Так, дальше уже начали давать все это показывать. Вот такой вот у меня коробочка. Это женьшеневый крем для кожи вокруг глаз от Невской косметики. Я просто его приобрела, вообще даже не знаю по какой причине. Зашла в магазин, увидела и приобрела. Сейчас он у меня в использовании находится, поэтому тут только коробочка. Здесь 25 мл. Ну, такой же носик обычный у него, как у всех продуктов. Что хотелось бы сказать. Написано, что он омолаживающий. После его применения я замечаю, что немножко у меня кожа вокруг глаз начинает пощипывать. Но это немножко совершенно. Я так думаю, что это за счет того, что содержится все-таки здесь, может быть, какой-то экстракт имбиря, витамин, женьшеня, вернее, женьшеневый, и эхиноцеи. В общем, ну, надеюсь, замедляет процессы старения. Конечно, так говорить о том, что он вообще помогает, это, конечно, очень сложно. Так, закончилась вот такая вот масочка, маска-пленка для лица, очищающая огурец и чайное дерево. Это Avon Naturals, здесь было 75 мл. Неплохой продукт, он был такого зелено-прозрачного цвета, сейчас уже тут ничего абсолютно не видно. В общем-то, ложился хорошо, снимался тоже, в общем-то, нормально, но такого эффекта, вот что прям дерет, такого не было. В принципе, средненькая такая маска. Насчет очищения, не знаю, очищала ли она прям очень хорошо и очень сильно. Нет, наверное, нет. Есть маски-пленки еще и посерьезнее, которые очищают. Закончился вот такой вот гель. Вернее, это очищающий тоник для всех типов кожи серии Вербена от Faberlic. Хороший очень тоник, розового цвета. Очень приятно имеет аромат. На любителя, конечно, но мне нравится аромат этой серии. В общем-то, сейчас еще один стоит такой в запасе. Покупать буду. Очень нравится. Действительно, кожу хорошо очень тонизирует.
Удаляет остатки макияжа, да, освежает, тонизирует, улучшает цвет лица, подготавливает кожу к последующему нанесению продуктов линии Вербен. Хороший продукт, и вообще вся серия Вербена мне очень-очень нравится. Я ее обожаю просто. И для ухода за моей кожей это просто находка. Так, закончился у меня вот такой вот стайлинг от Avon Advanced Technique, сильная фиксация, здесь было 150 мл, это мусс для укладки волос. В общем-то, я его приобретала в прошлом году, ну, примерно в это же время, наверное, ну, примерно, чуть пораньше, наверное, чуть попозже. В общем, что могу сказать? В общем-то, он отслужил мне верой и правдой, но под конец у него такая случилась какая-то оказия, что он изменил свой запах. Аромат. То есть он какой-то стал немножко затхлый, и поэтому я вот тут немножечко осталась, я его не стала допользовать, выбрасываю. Но совсем немножко, там вот так вот, наверное, буквально, то есть он ушел весь. Была такая, значит, нужно было его взболтать и выдавить. Вот даже сейчас еще немножко выдавливается, образовалась такая приятная, вот видите, большая пена, в общем-то, и которую нужно было наносить на волосы. Вот. Она, в общем-то, такая густая, эта пена. И вот, ну вот, аромат, что можно сказать об аромате? Аромат, в общем-то, чувствуется, что вот он еще такой какой-то, каких-то средств. Ну вот, он затхлый немного, поэтому я его уже использовала скорее-скорее. И чтобы... В общем-то, его чтобы уже добить скорее. Так, куда же мне теперь это все девать? Минуточку. Далее, что у меня закончилось? Закончился очередной новый жемчуг. Ну, те, кто видит, смотрит постоянно мой канал, знают о том, что я люблю эту пасту зубную. Здесь было 100... Сколько было здесь миллилитров? 100 миллилитров, 136 грамм, без фтора. Это единственная зубная паста, которая помогла мне с кровоточивостью десен. Единственная зубная паста. Продолжим. Так, закончился у меня... Такая вот маска, вернее, она была единственная, это компания Dizal. Вот так вот выглядела. Значит, здесь находилась маска тканевая, и плюс вот в этой вот части находились церамиды. Написано было церамиды. Значит, маска это коллагеновая для лица и шеи, женьшень, экспресс уход за кожей. Значит, ну, что могу сказать об этой маске вообще в целом? Она очень такая увлажненная, хорошо, очень влажная. И когда ее наносишь на лицо, немножко есть такое пощипывание. Кстати, вот схоже вот с этим вот женьшеневым кремом для кожи вокруг глаз. Присутствует такой эффект. Но вот эти церамиды, это полный бред, я вообще не знаю, зачем они нужны. Потому что это какая-то ерунда. Они липкие, наносишь их после этой маски, они какие-то липкие становятся. Они, я вот думала, что может быть этот эффект куда-то пройдет, впитается. Нет, липло все, липли волосы, липла какая-то пыль, в общем, все липло. Нет, церамиды это вообще, может быть, я не знаю, как ими пользоваться. Конечно, после одной маски какого-то эффекта прям такого я не увидела. У нас в аптеке вот такая вот одна масочка стоит 70 рублей. Но вот, в принципе, если я думаю, если проделать курсом, эффект какой-то будет положительный. Так, закончилась вот такая вот у меня очищающая полоска. Это Ultra Clean Green от Faberlic. Быстро очищает поры, устраняет черные точки, способствует сужению пор. У многих девчонок смотрела в обзорах вот положительные отзывы вот на эту полоску. Не знаю, может быть, я ее не поняла, может, как-то я ее не додержала или что-то еще. Но у меня, вот как говорят, пеньки прям остаются какие-то на лице. У меня их было вообще очень мало. И таких прям черных там пеньков я вообще не видела.
То есть, ну, я сомневаюсь, что, конечно, у меня такая чистая кожа, но, тем не менее, ну, надо, наверное, попробовать несколько таких продуктов. Так, давно лежит у меня уже вот это, шампунь питания для волос, это банька Агафьи, органические масла амаранта, семян клюквы, вечерние примулы, женьшеня, медуница, кедровых орехов и сибирского льна. Ой, использовала я ее еле-еле, допользовала. Она была вот, цвет у нее, стены тут не видно совсем. Цвет у нее такой, не розовый, зелененький какой-то такой. Ну, не очень, конечно, она мне понравилась. В принципе, отмывает хорошо волосы, но как-то вот без особых восторгов я к ней отнеслась. Восторгов особых нет у меня от этого продукта. Закончился вот такой вот крем. Это Ифраше, Пюркальми. В общем, полностью он у меня вообще ушел. Меня смущал в этом продукте аромат. Каких-то вот аромат бабушкиных кремов каких-то, что ли. Но не очень мне понравился этот аромат, потому что он какой-то вот... Я не скажу, что он затхлый. Вот он какой-то такой... И не старый сказать. Ну вот напоминает какие-то советские кремы. И вот этот аромат оставался на теле. Я его наносила после душа на тело. И он потом оставался на какой-то одежде, на постельном белье. То есть не очень приятно. Но по консистенции это очень-очень-очень классный крем. Он очень густой. Очень густой. Он очень питательный. Хорошо, в общем-то, так разносится по телу, но немножко туговато. А так, вот, очень хороший крем по своим свойствам. Но вот аромат, да, вот даже сейчас, ну, не могу я его. Ну, вот, с большим трудом, конечно, допользовала. Ну, потом уже мазала по многу. И, в общем-то, повторно брать не буду, и только из аромата. Так, закончилась вот такая вот у меня маска. Это Advanced Technique от Avon, секрет совершенства. Маска 10 в 1. Тоже полностью ушла вся вообще. Пустая баночка. Средняя маска. Сказать ничего такого не могу, что она прям делала какие-то волосы сногсшибательные. Нормальная маска. Как, в общем-то, все маски в Avon в Advanced Technique. Нормальная, хорошая маска. Можно брать. Закончились кремы для рук. Вот, ладно, сейчас сначала вот про это расскажу, бархатные ручки. Ой, в общем-то, много кто говорит о том, что бархатные ручки очень хороший крем. Ну вот питательный, да, но вот этот увлажняющий мне не понравился вообще. Он мне показал, что он вообще не увлажнял нисколько, ни грамма. И больше брать я его не буду. Его только нанесешь. Хотелось снова наносить, он очень-очень быстро впитывался, и такое ощущение создавалось, что руки опять сухие. То есть хотелось его наносить и хотелось. Вот этот вот интенсивное питание, крем для рук Faberlic с маслом макадамии. Так, аромат я уже забыла. Ничего не чувствую. Ну, пахнет, в общем-то, нормально. Но какого-то такого питания я от него тоже не почувствовала. Наносила на ночь, но я не скажу, что я просыпалась утром, у меня руки такие были напитанные. Нет, ну такая средняя. Так, закончился вот такой вот крем для ног от компании Ворожея. Полный уход здесь. Питает, смягчает, тонизирует и регенерирует. 4 в 1. Так, экстракты цедонии, цветочные пыльцы, ромашки, оливковое масло. Вот такой вот продукт у меня закончился. Он мне очень понравился. Понравился он мне тем, что он охлаждал ноги. То есть наносишь его на ноги, и он их хорошо очень охлаждал за счет ментола и камфор, которые входят в состав. Это активные компоненты. Вот также было оливковое масло и ланолин.
Экстракт ромашки, композиция экстрактов цедония, традиционной пыльцы, хрена и моркови оказывают питательное, тонизирующее, регенерирующее и бактерицидное действие. Хороший крем, очень он недорого стоил. У меня вот 48 рублей, но я так думаю, что можно по бюджете найти еще, где он продается. Неплохой крем, я могу рекомендовать, особенно на лето, очень будет хороший вариант, когда ножки хочется, чтобы вот после долгой какой-то ходьбы, после работы нанести его, и они будут охлаждаться. Охлаждающий эффект действительно есть. Закончился вот такой вот у меня нежный крем, очищающий крем. Это сибирская коллекция бальзамов, компания «Сибирское здоровье». Очень классный, мне он понравился. И, в общем-то, покупать, не знаю, я беру его второй раз. Первый раз он мне понравился очень сильно, второй раз вот как-то, ну, уже немножечко не то, чуть-чуть. Уже немножко другие какие-то у меня к нему отношения. Средненький такой крем, но особо он лицо не очищал. Так, вот такая закончилась масочка для лица. Это компания Этноботаника, вернее, компания Faberlic, серия Этноботаника. У меня было 20+, хорошие маски, мне они нравятся, я их регулярно приобретаю. Так, вот такая вот маска закончилась, яичная для волос. Очень классная маска, мне вот этого объема 30 мл хватило на 3 применения. Волосы становились такими какими-то плотными, живыми, очень хорошо увлажняла вот эта маска. Я прям удивилась, что настолько вот бюджетные вот эти маски, что они продаются везде, и они хорошо, она очень оказала на мои волосы хорошее воздействие. Так, буквально вчера я положила в ванну вот такое мыло. Это от компании Faberlic, малина и белый шоколад. Она розового цвета, такой брусочек интересный. Когда я помыла им руки, я поняла, что они вообще полностью сухие. Оно очень сушит кожу рук. Я даже брала и обычное мыло какие-то, покупала в магазине. Оно мне не сушило. Это сушит вообще жестоко очень руки. И мне не понравился этот эффект. Так что я, скорее всего, мыло от Faberlic я больше брать не буду, либо буду брать какое-то другое. Закончилась вот такая упаковка ватных дисков. Хорошие ватные диски, они прошиты, здесь было 150 штук. Я им осталась очень довольна, в общем-то, беру их постоянно, приобретаю такие диски. Это Aura, Aura Beauty. Так. Что еще у меня здесь? У меня закончилась вот такая вот пена от Avon. Закрываю крышку, потому что там такая не очень эстетичный вид у нее. Хорошая пена, это вернее гель для бритья, основной уход. Очень классный, имеет объемную пену большую и хорошо справляется со своими задачами. Убираю ее подальше, вот так примерно поставлю. Так, что еще? Вот такой вот был у меня, такая была пена для ванн. Это малина, арома-коктейль Витафрут. Вот такая вот пена для расслабления, снятия усталости, сладкая и свежая, с ароматом настоящих фруктов. Пахло действительно приятно, но ее как-то я почему-то не подружилась с ней. Не знаю, по какой уж причине, потому что, наверное, было других много всяких разных продуктов. Но особо не подружилась, использовала ее для хозяйственных нужд, также использовала для того, чтобы делать ванночки для ног. Так, выкидываю вот такой вот крем Nutra Effect. Не знаю, в общем, осталось немного там, ну, может быть, будет видно. В общем, где-то вот так вот, где-то вот так, где-то немножко побольше. В общем-то, не понравился мне этот продукт, потому что мне он забивает поры. Имеет вроде аромат приятный, но поры забивает на лице, скачут прыщи, что мне не нравится. Так, вроде неплохой крем, но даже на руки я его не смогла как-то
оставить, либо вот сейчас не знаю, может быть, оставлю на руки. Но мне почему-то вот кремы от Avon, они мне не очень нравятся для лица. Я уж лучше Faberlic возьму, либо чистую линию куплю. Кстати, не хотела говорить о чистой линии, ну ладно, скажу, я уже потом допользую и не буду показывать пустые баночки, баночках. Вот такое, это тоже пустая коробка. Чистая линия, вот фитотерапия, идеальная кожа. Когда у меня начали скакать прыщи? От New Avon-ских кремов у меня вообще тоже забились поры и начали скакать прыщи. Я попыталась найти какой-то продукт, который меня спасет просто и поможет мне в борьбе с моими несовершенствами. Поэтому я нашла вот такой вот крем, крем-актив против прыщей, идеальная кожа. Он маленький, небольшого объема. Ну вот здесь вот видно примерно. Вот так вот он выглядит, я просто сейчас не взяла. Действительно, у него такой длинненький колпачок. Здесь 40 мл. Очень-очень-очень классный крем. Если у вас есть проблема именно с вот прыщи, скачут прыщи, акне, постакне, хорошо очень справляется. Вот здесь написано, что решение проблем без сухости кожи нет. Кожу немножко подсушивает, но это за счет чайного дерева и за счет цинка, входящего в состав. Мне подсушило кожу на лбу. Как бы вот щеки, у меня жирная кожа на щеках. И вот кожу на лбу мне подсушил. Но так, очень классный крем. С прыщами вообще борется на ура. Просто, куда его поставить? Борется с прыщами на ура. И, в общем-то, мне очень понравился этот продукт. Так, ну и тут остались, в общем-то, два у меня продукта. От Yves Rocher. Такая вот лимитка, миниатюрка, внутри вежиталь, очищающий гель для лица, бархатное питание, 30 мл. Хороший, средненький гель, он такой жидковатый, густоватый вернее. Ну, ничего такого, чтобы он прям вау, был какой-то эффект, нет. Обычный, ничем не отличающийся гель. Так, ну и вот такая вот вербена у меня закончилась, это крем для кожи вокруг глаз. Вот такой вот тюбик, обычный носик, хороший, ну вот уже даже выдавить нечего, вот и есть, хороший, неплохой продукт, легкий довольно-таки, довольно легкий и, в общем-то, приятно пахнет. У меня здесь уже кремов целая куча на этом месте на руке. Ну и все, это все были мои пустые баночки. Вроде казалось большой такой пакет, а всего-то здесь вот были большие банки просто. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока.